Знали, что нас ждет сложный выезд, как всегда, в Краснодаре. Забили гол, и все-таки я думал, что мы доведем дело до конца. У нас был очень хороший момент забить второй гол, но мы пропустили, и в конце концов, наверное, все-таки ничья – это тот результат, который отражает, что происходило на поле. У нас хорошие игроки, и они очень мотивированы сегодня были. Всегда играет не поодиночке, а играет команда. Важно вот этот момент, сегодняшний день, именно сегодняшняя игра –